Уважаемые главы правительств, приветствую всех вас в Армении на очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Рад приветствовать председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, уважаемого Атылбека Усенбековича Жапарова, и пожелать ему плодотворной работы на его ответственном посту. Для нас сегодняшняя встреча является весьма значительным событием. Мы рады возможности принять высоких гостей в Ереване, провести заседание Межправительственного совета и тем самым внести свой вклад в укрепление нашего союза. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза является одним из приоритетов деятельности нашего правительства. Готовы впредь прилагать все возможные усилия для совершенствования механизмов сотрудничества и эффективного функционирования интеграционного пространства. Уважаемые коллеги, желаю всем плодотворной работы и конструктивного обсуждения. Мы постарались создать максимально комфортную атмосферу для нашей встречи. Надеюсь, нам удастся не только поработать над вопросами нашей повестки дня, но и воспользоваться возможностью непосредственного общения и обмена мнениями.